Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем сейчас вопрос, который вы задаете, и постараемся найти на него ответ. Ну, во-первых, хочется сказать, что ваш вопрос достаточно деликатный и многоаспектный. Многоаспектный в том плане, что существует здесь и физиологическая сторона процесса, существует здесь и психологическая сторона процесса. Вот вопрос, точнее, психологическая сторона вопроса имеет место быть. Вот. И надо бы как-то вот найти, да, баланс между этими вещами, да, нужно найти как-то баланс между вот этими моментами так, чтобы вас не ущемить. Какая проблема глобально мне видится? Значит, ну, во-первых, мне видится проблема стыда и неуверенности в себе. По поводу того, что вы ощущаете. Вот. То есть, это некое такое вот, если угодно, да, не принять себя. Да, не принять до конца своей, вот, так сказать, своей направленности, да, своих фантазий, своего интереса. Это первое. Вам, конечно, это очень сильно осложняет жизнь, потому что вы стыдитесь чего-то в себе, вы стыдитесь каких-то моментов в себе, и вам сложно, вам тяжело. Вот. Значит. Первое, что нужно, это, наверное, перестать стыдиться. Вне зависимости от того, что это значит, вне зависимости от того, что происходит. Вне зависимости от того, какая этимология вашего состояния присутствует. Да? Это первое. Второе. Второе. Коль вас это беспокоит, вот. Коль вас это беспокоит, то вам нужно, наверное, в одну из первых, то есть вот, самую, в первую очередь, что нужно, это посмотреть, нет ли психологических оснований для вашего состояния. То есть, нет ли оснований для того, чтобы вы тяготели к мужскому состоянию. Психологических. Это и попытка самоутвердиться, это и идеализация мужского начала в какой-то степени и так далее. Да? То есть просто поисследовать, нет ли психологических оснований для того, чтобы вы в той или иной степени идеализировали, например, мужчин. Идеализировали мужскую модель поведения, идеализировали ту же, например, сексуальную модель поведения, мужскую. Потому что ситуация такова, что женщины, так же как вы читали, что рассказывают про то, как им плохо в своем теле,
значит, мужчины также рассказывают, как плохо быть мужчиной. То есть многие женщины на полном серьезе считают, что мужчина быть очень плохо, мужчина быть очень неудобно, и вообще, как бы, ну, есть некоторые там трудности, проблемы и прочее. Вот. И с ними сложно так согласиться, ну, потому что у каждого пола есть какие-то свои плюсы, свои минусы, ну, что, в принципе, мне кажется, вполне себе естественно, да? Вот. Поэтому то, что у многих, ну, у некоторых женщин есть то же самое, что и у вас, да, это вот, в принципе, ни о чем не говорит. То есть это, ну, говорит только о том, что у людей вот есть там какая-то особенность, да, и, в принципе, все, да. Вот. Дальше, значит, решение психологического аспекта ситуации, да, поможет вам более корректно взглянуть на свое состояние, вот, более корректно к нему относиться, вот, более корректно, может быть, его воспринимать, вот, и ну, в меньшей степени себя осуждать, да. Что касается повышенного тестостерона, да, безусловно, проблема, даже не проблема, а нюанс в том числе состоит в этом, что если у вас тестостерон повышен, да, соответственно, это мужской гормон. И это, если не является определяющим фактором, то, конечно же, является весьма сопутствующим моментом в том, что происходит. Да? Вот. Следующий важный, на мой взгляд, момент заключается в том, чтобы вы с точки зрения сексологии тоже немножечко поисследовали. Понимаете, дело в том, что сексуальное желание, да, сексуальное влечение, помимо всего прочего, связано с тем, что человек чувствует себя в безопасности. То есть сексуальное желание, как правило, возникает тогда, когда у человека появляется чувство собственной безопасности. Вот. И, соответственно, в вашем случае вы тяготеете к тому, что, ну, по вашему мнению, дает вам вот это вот самое чувство безопасности, чувство, ну, какой-то защищенности, может быть, да, вот. Соответственно, надо особо обратить внимание на то, как вами воспринимается безопасность через, ну, мужскую модель поведения, сексуальную мужскую модель поведения. Идея здесь заключается в том, что это стремление к контролю. Может быть.
Может быть, идея заключается в чем-то другом. Да, например, в том, что вы, допустим, были отделены от мамы, не находились с ней в тесных отношениях, и вообще у вас с ней были там определенные, вообще говоря, трудности. Вот. Как бы. То есть, тут такой момент тоже нельзя сбрасывать со счетов в любом случае, потому что, значит, так или иначе, это может влиять, да? Вот. Дальше. Вот вы пишете. Еще хотелось бы отметить, что у меня напрочь отсутствует материнский инстинкт, никогда не хотел детей, даже сейчас я не планирую заводить, хотя понимаю, что возраст уже не юный. Переживаю, что могу забеременеть, беременность для вас принимает какой-то кошмар, стараюсь избежать всеми способами. Но я бы сказал, что здесь у вас это связано не столько с вот тем, что у вас отсутствует материнский инстинкт, потому что мужчин тоже может хотеть детей и так далее, да? Вот. То есть это не что-то, что именно дифференцирует половую, так сказать, принадлежность, да? Вот. Здесь идея скорее заключается немножечко, на мой взгляд, здесь идея заключается немножко в другом. Здесь идея заключается в том, что вы боитесь детей, боитесь ответственности, может быть, или дети для вас означают потерю контроля, что, в принципе, ну, вот, вполне может быть, да, такая история. Вот. Поэтому тут очень важно, опять же, определить, чем вас дети пугают. То есть, повторюсь, просто чтобы вы для себя лучше этот момент понимали, да, повторюсь, что дело здесь не в материнстве, а в общем отношении к детям, к негативному восприятию детей. Вот, меня тянет на всю мужскую, ну, здесь опять же. Что именно? Что именно? Тянет, да, то есть есть такое ощущение, что вы именно идеализируете мужчину, это немножко другое. Дальше. У меня если у вас психическое отклонение. Ну, скажу вам честно, что как бы сексуальная ориентация, сексуальное, так сказать, предпочтение не является отклонением. Вот. Но также я буду с вами честен и скажу, что решение о том, наличие ли у вас психическое отклонение или нет, принимается на основании очного осмотра вами, специалистом, клиническим психологом или психиатром. Вот, я понимаю, что, скорее всего, вам это слышать неприятно, но давайте все-таки будем стараться делать все правильно, да? Профессионально, точнее. Дальше. По какой причине это со мной происходит, почему такие странные фантазии? Ну, я сказал, да, в принципе, все. Какой мужчина мне подойдет для отношений и где его лучше искать? Мужчина подойдет вам для отношений тот, который вас примет, вот, и который будет достаточно гибок в сексуальном плане, который не будет бояться экспериментов. Вот, а вот не искать, это не совсем корректный вопрос, потому что вам нужно его не искать, а вам нужно просто идти по своему жизненному пути, по своим жизненным целям. Вот, и тогда, когда вы пойдете по своим жизненным целям, ситуация будет выстраиваться так, что вы будете встречать людей, которые будут видеть вас личность, ценить вас личность и уважать вас.
и, соответственно, сексуальное принятие станет абсолютно естественной историей. Правда, для этого нужно, чтобы вы приняли себя для начала. Последнее время вы пишете эти мысли, меня просто атаковали. Вот нужно понять, с чем это связано. И вот то, что у вас, мне кажется, есть страх быть брошенным, то есть вы говорите, что меня пошлет куда подальше, это вот тоже момент. Это конфликт, это страх, это нужно решить, потому что вам мешает быть естественной и искренней в своем поведении. Как поступить? Как поступить, чтобы что, Юля? Психологи советов давать не могут, а мы можем помочь вам разобраться в себе. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.